Всем привет! Сегодня я к вам с моими пустыми баночками. Давайте же поскорее приступать. Первое, что я вам покажу, это будет гель для душа от Avon Scents, серия Романтик именно. Очень красиво, по-летнему, освежающе выглядит. Вот эта картинка меня радовала. Приятно пахнет, у меня он уже не первый раз. Мне нравится. Дальше у мужа закончился вот такой гель для душа, мне понравился, ну, мы использовали здесь 3 в 1, просто как гель для душа, хороший, такой приятный был мужской аромат. Дальше с такого у нас закончилась пена для ванны с ароматом лимонада, 500 мл, я люблю пены для ванны, и плюс у меня ребенок 2 года обожает принимать ванну с пеной. Пены от Avon, думаю, в рекламе не нуждаются. Пена хорошая, стойкая, но нужно много самой пены налить, иначе она быстренько исчезает. Но нам это подходит, потом легко все смыть, и ребенок успевает поиграть. Закончилась вот такая соль для ванны, я вам уже не раз ее показывала, очень бюджетная на мейкапе. Я беру разные, там хвойные, с эвкалиптом есть. Это морская соль, я обожаю, именно если где-то промочили ноги или простудились, ну уже первый такой есть вариант простудиться, то тогда ванночку для ног с морской солью и все проходит. Или полноценную горячую ванну с морской солью, тоже простуда тогда вас обойдет стороной. А дальше у меня закончился шампунь от доктора Сантеска Косом. Точнее, не у меня, а у моей мамы, потому что у меня этот шампунь, к сожалению, вызывал жуткую перхоть. Было очень жаль. А дальше тоже от доктора Санте закончилось лучшее средство в этой марке, которое я пробовала. Это маска восстановления и блеск для сухих и ломких волос с кокосом. Это самая бюджетная и при этом самая питательная маска, которую я пробовала. Точнее, бюджетные маски я пробовала, но более питательные за такую стоимость я не пробовала. Для сухих, окрашенных, ломких волос это просто находка. Я 100% буду повторять еще. Очень классный продукт. От Брелив есть с овсом. Вот это очень похоже, даже мне показалось более питательным. Но при этом не утяжеляет волосы. Дальше закончился вот такая упаковка Fresh Jules Gel для душа. Точнее, он сейчас у меня перелит в другую баночку в ванне, как использую как мыло для рук. У меня это лемонграсс и ваниль. Пахнет ярко лемонграссом. Хорошо моет руки. Мне, в принципе, нравится. А дальше такой вот супер интересный продукт от Yves Rocher. Это уксус для волос с малинкой, пах действительно малиной. Я вообще ничего не ожидала, это пришло мне в подарок. Думаю, что за ерунда, какой уксус для волос? Но волосы после него шелковистые, очень блестящие. Мне безумно понравились. Нужно в меру наносить, потому что если неправильно нанести, может жирнить волосы, только чуть-чуть и сразу смывать. Но эффект вау. Я буду брать еще уже самостоятельно, не ожидала такого от этого продукта. Дальше у меня закончилась вот такая пенка для умывания. Легкое очищение для сухой кожи. Такой для меня проходящий продукт. Это любимая пенка для умывания моей мамы. Ну, она неплохо справляется и стоит. Сейчас маме на мейкапе по акции заказывала за 30 гривен 200 мл. Что еще нужно? Ну, это не пенка, это такой гелеобразный белый... консистенция у нее, вспениваете в руках и так очищаете кожу. Дальше у меня закончился 150 мл чистой линии скраба для лица с абрикосовой косточки, я использовала для тела. Для тела просто обалденный скраб, увидите по акции, рекомендую. Закончилась моя самая любимая маска от Vitex, именно увлажняющая. Это лучшие рецепты увлажнения и тонизирования. Очень рекомендую вот эту масочку, она гелевая, если летом достать с холодильника, нанести на лицо, лицо увлажненное, лицо очень круто выглядит. По акции, девочки, если вам нужно увлажнение на лето, очень рекомендую, особенно будет после загара с холодильника, очень даже приятно. Закончилась вот такая вот мицеллярная вода от Avalon, вот эту... Именно гиалуроновую мицеллярную воду очень хочу порекомендовать. Не зря она была, имеет какую-то награду.
Даже большой формат можно брать, очень хорошо очищает лицо от макияжа, при этом не щиплет глаза, суперская вещь. А, так, дальше у меня закончились целых 4 крема для рук от бархатных рушечек. Вот такой живельный ночной крем для рук, питательный, хороший. Похожий на вот этот роскошь макадамии, тоже люблю, но хочу вам показать. У меня, правда, так упаковочка выглядит не очень. У меня закончились 2 вот такие вот серенькие восстанавливающие кремы от бархатных ручек. Очень рекомендую. Здесь 45 мл вообще, но это лучший крем у бархатных ручек. Я не знаю, возможно, потому что только-только вышел. Кто увидит серые упаковки, если вам нужно действительно восстановить руки после того, как они у вас там помыли полы и очень сухие, то очень-очень рекомендую. Так. Очень классно. У меня сегодня очень-очень слово живет со мной. Действительно очень хороший продукт. Это Faberlic Botanica тоник для лица, свежесть и комфорт. Василек и гранат. Буду делать заказ, возьму себе несколько баночек. Очень освежающий аромат у этого тоника. И действительно лицо после него хорошо... И комфорт, и свежесть есть 100%. За свою стоимость по акциям вообще можно брать несколько баночек, не пожалеете. И лучшая краска для волос это BB Cos. У меня оттенок конкретно сейчас 7,66. Сейчас выйдет у меня отдельное видео на эту краску. Она безаммиачная. Хотя у меня вот это такой красный оттенок вы в влогах можете видеть. Но он вполне носибельный, долго держится, волосы после нее еще лучше, нежели до окрашивания. При этом эта краска не имеет яркого аромата. Она, ну, практически аромат не слышен. Я в восторге, я беру ее уже несколько лет подряд. Вот такие пустые баночки были у меня в этом месяце. Если понравилось видео, не забудьте поставить пальчики вверх. Подписывайтесь, впереди еще много интересного. Всем пока-пока!